Добрий вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Міністерство охорони здоров'я України констатує той факт, що спалах кору триває. Як убезпечитися від цієї хвороби, ми будемо говорити з головним лікарем Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, позаштатним міським імунологом Іриною Пліткіною. Ірина Миколаївна, добрий вечір. Приємно вас бачити в студію. І, будь ласка, кір поширюється по країні. За даними прес-служби Міністерства охорони здоров'я, з початку року на кір захворіли 1407 чоловік. Серед тих, хто захворів, 651 дорослий і 756 дітей. Це в цілому по країні. А яка ситуація на Миколаївщині, будь ласка, і чи переступила наша область епідемічний поріг? Ну, вообще считать, что как заболевание, как корь, мы имеем вспышку заболевания, но мы не имеем эпидемии. То есть спалах відрізняється від епідемії? Да, очень відрізняється. И на сегодняшний день у нас по городу заболело 314 человек, из них 102 ребенка, 17 до года. Ну и где-то такое же количество где-то по области. Ну, слава Богу, смертельных случаев нет. Болеют большей части все-таки взрослые. У нас по области болеют взрослые, чем дети. Но это связано, скорее всего, с тем, что контингент взрослого населения, который болеет, это те, кто не получили вовремя прививки, потому что это средний возраст, где-то 25-30, люди до 40 лет. Людей старшего возраста не так уж и много. Поэтому это как раз те, кто не вакцинировались. Ось ми бачимо, а заражаются они от детей. Щойно на екрані була таблиця, ось зараз вона знову з'явилася. Це статистичні дані на початок травня. І що ми бачимо? Що в місті Первомайську 142 випадка, так? У Василинівському районі 39 випадків, Радівський район 21, Березнегуватський район 18, Миколаївський район 28, Первомайський 26 випадків і Вітовський район 38 випадків. Це багато чи замало, Ірина Миколаївна? Ну, це для району не так уж і багато. Вот, поэтому эпидемии нет, есть просто у нас вспышка заболевания кори. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день, но основным методом профилактики это является только вакцинация. Поэтому насколько сейчас активно наше население провакцинируется и взрослое, и детское, тем мы быстрее вот загасится это заболевание, и все будет спокойно. Почему я говорю о взрослых? Потому что взрослые болеют тяжелее, и это очень большая угроза, особенно для молодых женщин, которые носят беременность или собираются иметь ребенка. Тут может быть и наслідки после кору, да, так? Обязательно, точно так же, как и при заболевании краснухой. Поэтому я призываю, ну, пользуясь эфиром, привиться взрослому населению, тем, кому 30 и за 30. И вакцина есть в продаже. Это однодозная вакцина бельгийская Приорикс. И если человек привьется, то он будет на 100% защищен и не заболеет корью. А дети прививаются все в поликлиниках. У нас достаточно вакцины на сегодняшний день. Надо прийти в поликлинику. И если ребенок не получил ни одной дозы или только одну дозу вакцины, которая с года делается детям, то обязательно надо сделать еще вторую дозу, и ребенок тоже будет защищен. Про важливість вакцинації ми поговоримо обов'язково, ще торкнемось цього питання. А, будь ласка, Ірина Миколаївна, взагалі, які симптоми кору? Ну, корь, она начинается точно так же, как и, то есть, это вирусное заболевание. Ну, это важкое инфекционное заболевание? Ну, вирусное инфекционное заболевание, которое может иметь очень тяжелое осложнение, несет за собой вплоть до смертельных исходов. Потому что вирус кори,
он очень агрессивный, он поражает слизистые дыхательных путей и поражает нервную систему. Поэтому в осложнениях у кори это, как правило, тяжелое воспаление легких или неврологическая симптоматика, энцефалиты, глухота, потеря зрения. Поэтому это, ну, довольно-таки серьезное заболевание. И обязательно, ну, опять же, еще раз акцентирую, что единственным методом защиты – это вакцинация. А, будь ласка, ви як лікар, як імунолог, з чим пов'язаний спалах кору на Україні? З тим, що у нас вот определенное время, ну, довольно-таки длительное, більше года, не було вакцини. І у нас очень снизилась вот эта так называемая иммунологическая прослойка. Для чего делается вакцинация? Для того, чтобы мы получили коллективный иммунитет в нашем обществе, в человеческом коллективе. И если мы получим вот этот коллективный иммунитет, то у нас не будет распространения заболеваний. Достичь вот этого коллективного иммунитета можно, если будет привито где-то, ну, вот уже ВОЗ посчитала так, 95% должно быть население привито. Ну, вакцины, они все прививаются по определенным срокам жизни. Основную массу вакцинации получает ребенок, а уже взрослый получает только вакцинацию от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. И тем самым мы все, создавая коллективный иммунитет, защищаем себя от смертельно опасных инфекций. У нас вот в Украине обязательная вакцинация от 10 инфекций, которые ну, практически в большем количестве могут закончиться при заболевании смертельным исходом. Поэтому надо прививаться. От зафіксовано, що частіше за все на кір хворіють непривиті люди. І Міністерство охорони здоров'я заявило, що до регіонів направлено 800 тисяч доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту. Це все інфекційні захворювання, так? І, будь ласка, Ірина Миколаївна, чи достатньо цих вакцин для того, в області? Ну, якщо на сьогоднішній день, да, у нас в Миколаївській області ми на 75% забезпечені вакцинами. Ну, мы получили, в данном случае нам надо вот на город 20 тысяч, ну и где-то около 30 тысяч на область. На сегодняшний день в городе мы получили 15 тысяч доз вакцины. Из них мы уже использовали, ну, почти половину, и у нас на сегодняшний день осталось 8,5 тысяч доз. Вот эта вакцина, она комплексная, корь, паротит, краснуха, то есть в одной дозе вакцины содержится защита от сразу трех заболеваний, от паротита, от краснухи и от кори. Вакцина есть на сегодняшний день и в городе, и в области. То есть надо, но вакцина рассчитана только на детей. На детей. Поэтому, ну, насколько родители на сегодняшний день будут активно прививать своих детей, значит, поэтому и сами они, есть вероятность того, что они не заболеют. А на взрослых вакцинация не рассчитана, поэтому им надо приобретать вакцину самим в аптечной сети. Ну, слава Богу, що є вакцини на дітей. Це дуже добре. В медицині є таке поняття, як комплексний імунітет. Що воно передбачає? Щойно ви замовили про... Вот этот коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет – это для того, чтобы не болели те люди, которых мы вообще не можем прививать. То есть, почему и на сегодняшний день, да, кроме того, что отсутствие было вакцины, очень много ходит мифов о том, что вакцина может сама вызвать много осложнений, поэтому большое количество родителей и взрослых отказываются от вакцинации. Ну вот, отказываясь от вакцинации, беспредставно, да. То есть, отказываясь от вакцинации, мы тем самым вот эту брешь увеличиваем.
чем больше у нас будет непривитых людей, тем вероятнее того, что будет вспышка какой-то болезни. А есть люди, просто которых есть инвалиды, действительно, которым вакцинация противопоказана. Создавая вот этот коллективный иммунитет, мы защищаем тех людей, тех детей, которых прививать нельзя. Вот я хочу, чтобы люди прониклись вот тем, что мы еще прививаемся и для себя, и для тех, кому прививаться нельзя. Поэтому думать, что пусть я не буду прививаться, а кто-то другой меня защитит, но если такое мнение будет очень расширено, и у нас, опять же, мы получим большое количество непривитых людей, пострадаем сами и пострадают те, кто действительно не может прививаться. Поэтому еще раз призываю к тому, что если нет противопоказаний, надо прийти к врачу и решить вопрос о вакцинации. Але перш ніж зробити щеплення, треба все ж таки, щоб подивився лікар, так? Конечно, обязательно вопрос вакцинации решается обязательно с врачом. И перед любой вакцинацией обязательно ребенок и взрослый должен быть осмотрен врачом, меряется температура, и тогда решается вопрос о вакцинации. Кроме того, обязательно подписывается информованная сгода, то есть родитель или взрослый сам обязательно заполняет эту анкету и дает согласие на вакцинацию. Медработник обязательно рассказывает, что может быть, какие могут быть реакции. Ну вот здесь надо различать реакции и осложнения. То есть осложнения бывают очень редко, а реакция – это естественная, ну, может быть, такой ответ организма на вакцинацию, но это не страшно и так может быть. Це не жахливо. У нас є дзвінок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Алло, добрий вечір. Здравствуйте. Сейчас вы рассказываете за вакцину, детка маленькая. У меня внучка 2,5 месяца. Скажите, пожалуйста, вот мы хотели купить гексоксин, но его нигде нету. Говорят, что лицензии нету, что нету продления этого всего. А вы говорите, что это все есть в Николаеве. Где оно есть? Скажите, куда нам можно обратиться? Ирина Миколаевна, будь ласка. Вы говорите за другую вакцину. Вакцину, которую вы озвучиваете, это вакцина, которая от заболеваний коклюш, дифтерию, столбняк, комплексная вакцина. Да, ее может и не быть, но вот вакцины, которые платные, они действительно, их поставки могут быть, ну, неритмичные. У нас в настоящее время в поликлиниках есть все вакцины, кроме ХИП. То есть коклюш, дифтерия, столбняк, есть индийская вакцина. Да, там цельноклеточный коклюш, но она есть, и ее можно сделать. Если вы все-таки в приоритете, чтобы делать импортную вакцину, то ее можно заменить на вакцину другого производства, бельгийского, ну и подождать, когда она будет в аптечной сети, чтобы ее сделать. То есть вакцин много, и если нету гексоксима, ее можно заменить другими вакцинами. Надо просто этот вопрос, ну, с врачом уточнить и подобрать те вакцины, которые на сегодня есть в наличии. Но еще раз говорю, что у нас во всех поликлиниках, прививочных кабинетах есть индийская вакцина коклюш, дифтерия, столбняк. Она тоже хорошо переносится, и мы ее делаем. Она абсолютно бесплатна. У нас знову є дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. У мене вопрос представителю медицини, не запомнила я ім'я, отчество. Ірина Миколаївна Пліткіна. Ірина Миколаївна. Значить, у мене от такий вопрос. Нету препаратів, не підготовлена ні одна поліклініка. У мене четверо дітей і всі платні прививки. От коря, от дифтерии. Зачем вы говорите неправду? Говорите правду. Вы не подготовлены и вакцины в городе
Нету. Говорите правду, пожалуйста. Спасибі вам за запитання. Це ваша думка. А зараз Ірина Миколаївна, як спеціаліст, вакцина головний лікар. Вакцина вся є в поліклініках. Я не знаю, в якому районі ви живете. Пожалуйста, Інгульський район. Можете прийти ко мне в наш центр, и я вам покажу, что в прививочном кабинете у нас есть все вакцины, есть на них лицензия, и они все используются для вакцинации детей. Вакцины есть. Сейчас отсутствует только вакцина ХИП, а все остальные вакцины есть. Приходите, я вам покажу. А чи може таке бути, що, наприклад, приходять до лікаря і бажають, щоб було зроблено щеплення, а їм відмовляють? Можливо, це такий випадок? Відмовляють вакцинації? Так. Ну, вакцинации не могут отказать. Может быть, ребенок, или говорят, что, может, сделаем позже, потому что ребенок не совсем здоров. Но это тоже иногда бывает такой страх у врача и переживание. Поэтому может как-то во временном промежутке откладываться вакцинация. Хотя на сегодняшний день по всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, даже ребенок, который только вот переболел, пусть он болел, например, с 10 по 15 число, но уже буквально через 3-5 дней ему можно спокойно делать вакцину. Но учитывая, что я сама практики, сама вакцинирую детей, то поверьте мне, я даже детей, которые вот только еще переболели, у них есть еще остаточные, может быть, и кашель, и насморк, мы все равно вакцинируемся, потому что организму нашему все равно. Он вырабатывает иммунитет от вируса, а когда мы сделаем вакцинацию, то мы введем другие анатоксины для нашего организма, они новые. И организм будет работать и вырабатывать иммунитет уже на те, ну это анатоксины, это не возбудители, но в общем-то вещества иммунологические для того, чтобы выработать иммунитет вот к тем заболеваниям, от которых мы делаем вакцинацию. Организм наш это все воспринимает абсолютно нормально. И у нас надумано немножко вот мнение, что если вот ребенок переболел, да, когда тяжело переболел, с высокой температурой, мы можем на 2 недели отложить. Но это опять же, ну, у нас так вот принято в Украине. Хотя опять же ВОЗ говорит, что только ребенок переболел, его можно вакцинировать. Нельзя вакцинировать взрослых, ну, в период гипертонического криза, когда есть какие-то обострения хронических заболеваний. Но опять же, как только состояние человека стабилизируется, можно ему делать прививки. Поэтому, ну, бояться этого не надо. Это вот надумано. Ірина Миколаївна, ви розумієте, виявляється така картина. З одного боку, щеплення – це можливість убезпечити себе від інфекційного захворювання. З іншого, це лякає людей, що щеплення – це щось таке жахливе. І особливо, якщо зробити його дітям, то можливо бути щось дуже-дуже погане. Ви як імунолог, будь ласка, розвійте ці жахи. Ну, вот опять же информация, которая есть, да, она на сегодняшний день ее очень много, поэтому она и сарафанным радио. Так, люди багато да, читают. И много читают, вот, и смотрят интернет. Но опять же скажу о том, что эта информация, она не имеет под собой научных подстав, вона немає наукових, нет. Так? На сегодняшний день даже вот то, что рассказывалось. Це лише чутки. Это слухи, нет подтвержденных данных о том, что, например, вот та же вакцина корь паротит краснуха вызывает у детей аутизм. На сегодняшний день... А что, есть, ну, и такая думка? Есть и такая, да, мысль. Вот. Но на сегодняшний день уже научно доказано, что это, ну, абсолютно... Ну, разные, думка, да, не, абсолютно необоснованная. И наоборот, вакцинация защищает ребенка, потому что если ребенок переболел корью, то у него есть неврологические какие-то расстройства,
которые могут, ну, сказаться уже вообще на его дальнейшую жизнь, не только быть в детстве, а он с этим будет жить и может даже иметь инвалидизацию. Поэтому лучше вакцинироваться. Это один момент. Второй момент. Почему вакцины используются уже, ну, более 200 лет официально? Если бы не было вакцины от столбняка, то в Великую Отечественную войну у нас бы людей погибло значительно больше, потому что при обширных травмах, которые получали наши воины, они бы, кроме вот той гангрены, ну, которая была таким очень тяжелым осложнением, они бы болели и столбняком. Но столбняка не было во время Великой Отечественной войны, потому что была вакцинация. Это вот, я считаю, яркий пример того, как человечество защитило людей, и благодаря этому потери были меньше. Точно так же можно говорить о полиомиелите, от которого, если вот он давал эпидемии, это была очень тяжелая болезнь, и тоже в 70% случаев была или гибель, или инвалидизация в 30%. И лечения полиомиелита нет и по сегодняшний день. И на сегодняшний день тоже нет лечения. То есть единственным средством защиты является опять вакцина. Поэтому думать о том, что я вот такой хороший и здоровый, и я не заболею, не стоит рисковать. Весь мир, все человечество приняло вот концепцию вакцинации как основу того, чтобы защитить людей от тяжелых смертельных болезней. Я еще раз подчеркиваю, смертельных болезней, которые дают или инвалидизацию, или смерть. Поэтому лучше, и доказано, что только вакцинация может способствовать тому, чтобы человечество было здоровым и хорошо себя, ну, как бы чувствовало, и дети не болели, и взрослые. Не было столько инвалидов. Поэтому вакцинация, да, она есть, она признана в мире. И я думаю, что никакие вот антивакцинальные кампании, ну, они никак не смогут преодолеть вот эту мысль о том, что вакцина – это плохо. Вакцина – это хорошо. Это добре. А звідки з'явилась така думка, що щеплення – це погано, що його не треба робити? Ну, на сьогоднішній день, ну, потому что вот если сделали ребенку прививку, у него припухла ножка, вот, то да, это вот плохо, это вот у ребенка есть боль, но это боль кратковременная. Место воспаления – это то место, там, где идет выработка иммунитета. Вот врач должен объяснить это маме и сказать, что это временная реакция на прививку, она пройдет, но у вашего ребенка 100% будет хорошая, 100% защита от дифтерии, от столбняка. Это вот те вакцины, которые больше дают реакции. Корь, паротит, краснуха практически не дает реакции. Если бывают какие-то реакции, то они там развиваются с 7-го дня. Но опять же, они кратковременные. Это может быть в виде легкой вирусной инфекции, иногда сыпь бывает у детей. Но есть реакция, значит, организм более сильно среагировал на вакцину. Это нормально. Не надо этого бояться. Тобто, Ірина Миколаївна, на закінчення нашого ефіру, ви, як імунолог, наполягаєте на тому, що щеплення може убезпечити від будь-якої інфекційної хвороби, да, так? Ну, от тих смертельних болезней, яких у нас, да, предусмотрені вакцини. Вакцинація у нас в Україні. Ірина Миколаївна, спасибі вам. Наш ефір вже завершено. Друзі, сьогодні ми зустрічалися з головним лікарем Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 позаштатним міським імунологом Іриною Пліткіною, яка наполягає на тому, що щеплення треба робити. Наш ефір завершено. На все добре. До свидання.